Ну ныряй с головой. Как с головой? Ну как вулкан. По шею. Это не грязь, это всего лишь вода грязненькая. А запах, как у коровьего помета. Ну так сероводород, наверное. Еще динозавры сюда ходили, в эту грязь. А, это все ихнее, что ли? А? Конечно. Налик, смотри, как красиво, красиво намазала. Маш, ароматы какие вкусные. Ничего, больше грязи, шерша морда. Естественно, и побольше. Ну потом нырнешь, да и все. Настя, возьми очки у меня. Ну просто очки возьми у меня и все. Поворачивай. Пойдем, горе холодная. Горе холодная. Ты что там волосы еще мажешь? Не, я тебе аккуратно намазала. Пойдем, я тебе подам. Пойдем сюда. Давай, ручку, я тебе подам. Грязная все, вот куда? А я не люблю, ладно, не мамаю. Дайте меня грязными руками. У Олега вон чистый. Давай чистыми, я тебе. Дим еще. Да не будет он трогать. Давай, давай, сиди. Ну я вас на видео снимаю, видео интересней. Нет, уж надо фотографироваться. Всем привет, друзья. Ну сейчас тогда вымажитесь. А я с вами сам могу. Нет, я не могу. Никого не будет. Не обращайте внимания на меня. А ты можешь и снимать, и фотать? Ну, мне потом видео неинтересно. Можно, но видео там. Хотя можно, в принципе. Это будет прерываться, блин. Будешь звездой. Это очень прикольно. Это круто! Все четверо, давайте все, Лен, давай сфотаемся все пятером. А танец тумба-юмба, умеете танцевать? Как он? Нет, вот новый танец. Да. Ну-ка попробуйте. Давай. Пробуйте танец. Вот что делает животворящая грязь ахтарских лиманов с человеком. Димон полон энергии и готов бежать впереди паровоза до самой Якутии.